Их не испугала пасмурная погода. В борьбе с мусором это меньшее зол. Сотрудники компании «Уренгой Дурстрой» провели экологический субботник. Он прошел в сквере «Чистая энергия». На уборку территории вышли более 100 работников, в их числе и руководящие лица компании. Активную жизненную позицию дорожников поддержали и общественники. Далее подробности. Мусора вообще мало. Нет ни бутылок, ни бумажек. В основном только сухая трава. И все же кое-где мусор встречается. В основном вдоль обочин. Все, что попадается на глаза, тут же отправляется в пакеты. Совместные субботники для сотрудников предприятия «Уренгой Дорстрой» стали доброй традицией. В этом году на уборку сквера вышло больше 100 человек. Инженеры, специалисты, разнорабочие, начальники отделов. Убираем, облагораживаем территорию, чтобы наш город был красивым, зеленым в такой короткий промежуток времени. У нас лето очень короткое. Стараемся, чтобы город цвел и нас радовал. Яркие зеленые метлы и новенькие грабли в умелых руках делают свое дело. Пока женская часть коллектива собирает сухую траву, мужчины готовят почву под будущий газон. Вместе с дорожниками порядок в сквере наводит представитель губернатора Наталья Рябченко. Об экологической акции узнала из соцсетей. Решила поддержать здоровую инициативу компании. Губернатор автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов всех призывал. Давайте уберемся в округе, давайте уберемся в городе. Поэтому, конечно, это здорово, и мы с удовольствием в этом участвуем. Всех призываю, приходите, не ждите акций. Просто приходите и убирайте. Вместе со взрослыми собирают траву и дети. Маленькая Вера пришла на субботник с родителями. Стоять в стороне отказалась, решила помочь. Сотрудники компании уверены, только личным примером можно воспитать здоровое поколение людей, которым не безразлично место, где они живут. Чище это в первую очередь. Во-вторых, чаще бы такие мероприятия устраивать, все-таки на благо города. И насчет сплочения коллектива вы правы, конечно. На самом деле, вроде как дружнее становимся. Ближе. Свой субботник дорожники приурочили к всероссийской акции «Зеленая Россия». Среди борцов за чистоту сложно не заметить людей в желтых плащах. Это активисты проекта «Эконур». Я считаю, что каждая организация, каждый человек, каждый гражданин нашего города должен сделать все возможное для того, чтобы город был чистым. И начать нужно прежде всего с себя. Выйди из подъезда, выйди во двор, позови соседей, убери детскую площадку, убери газон. За пару часов работы вдоль дороги растягиваются десятки мусорных пакетов. А уже через неделю в сквере взойдет зеленый газон, а воздух будет пахнуть свежей травой. Екатерина Ильичева, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».